Всем привет! Я Василий Стах, автор тренинга «Денежный поток в Украине». Я вам предлагаю создать, проверить и получить свой четкий пошаговый план, как вам стать богаче в наших украинских реалиях. Я тебе скажу, сколько ты сейчас заработаешь? 350. Сколько я тебе парбанка? 2 парбанка. Это 3000. Это уже ты зарабатываешь 300. Там семерка. Раз. Это семерка? Три. Подожди. 10. Десятка. Это 2 косаря на ровном месте. Ты 2 косаря заработаешь. Это если 10%. Представьте, что за несколько часов на этом игровом поле вы проживете несколько лет вперед. И со своими показателями доходов и расходов, со своим реальным финансовым положением потренируйтесь инвестировать только в реально существующие инструменты, находящиеся на рынке Украины. В итоге вы потренируетесь достигать свою цель. После тренинга вы получите 2 четких плана, как вам стать богаче. У меня 8500, полторы из них, и ты сейчас меня. Мы все скидываем по 300 или что? Да, все по 300. Так, давайте посчитаем. А, 300 и по 9, и по 9, и по 9. 300, первую рекламу платит только Кирилл. И также я делаю акцент на развитие навыков предпринимателя и инвестора. И после тренинга вы сможете применять эти знания и навыки в реальной жизни. Переходите, тренируйтесь. 70 тысяч. Да, ну. Да. Браво!